Я была на премьере Пятой симфонии в Большом зале консерватории. Значит, это было действительно потрясающее совершенно впечатление. Совершенно потрясающее. Я помню, как публика встала и стояла больше получаса. Продолжалась овация. Такое было чувство радости, счастья. Вот, наконец, мы услышали музыку, которую хотели услышать. Она была написана в очень тяжелое время. Время террора, если можно так сказать. Время террора в нашей стране. И многие близкие люди Шостаковича были вовлечены в эту кровавую мясорубку. И вот появление этой симфонии было для него судьбоносно в каком-то смысле, потому что сама его жизнь была на грани исчезновения. The people who applauded the Fifth Symphony must have understood it. The rejoicing is forced, created under threat. It's as if someone were beating you with a stick and saying, your business is rejoicing. And you rise, shaky, and go marching off, muttering, our business is rejoicing, our business is rejoicing. Когда появилась Пятая симфония, все, придется сказать, официальное вообще, сказать, мнение, так заявило, что Шостакович прозрел. Он стал советским человеком, он, так сказать, отразил нашу действительность. Но на самом деле, я считаю вообще, что в Пятой симфонии Шостакович, поскольку это музыка, поскольку это эзопов язык, он отразил все то, что он сам пережил, все те гонения. What a great honor! It seems that Stalin has approved my Fifth Symphony. It has been officially retitled a Soviet artist's response to justified criticism. The reaction of the audience and the critics makes no difference at all. There is only one question that matters. How does the leader like your work? And the answer could mean life or death. Сталинские времена очень много было людей репрессировано и арестовано, и отсидели свои сроки. И в том числе очень много друзей, знакомых и даже родственников Шостаковича тоже, в общем, потерпели большое несчастье быть арестованными. В частности, муж сестры Марии Дмитриевны, такой Фредерикс, был арестован и помер даже в тюрьме. Моя бабушка, то есть мать моей матери, жены Шостаковича, тоже была арестована, сослана. Так что это не могло не сказаться ни на характере Шостаковича, ни на его, как бы, оптимизме. Это очень на жизнь накладывает большой отпечаток. Он был, конечно, суров, очень неболтлив по этому поводу, очень неболтлив. Суд идет на Шостаковича. Гнев и возмущение всей страны, деятельность троцкистских агентов международного фашизма. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного
изменников и шпионов, подавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Они пытались отнять у рабочего класса всего мира самое ценное, самое дорогое нашего любимого родного товарища Сталина. Смерть изменникам Родины! До позднего вечера шли колонны московских трудящихся и правосудие, раздавившее троцкистскую гадину. Еще тесней сплотился советский народ вокруг великого вождя товарища Сталина. Это было в 37 году. И он получил повестку в Большой дом, как мы его все называли тогда, туда, КГБ. Он пришел, и его принял такой, значит, вот следователь, который принял его очень приветливо. И потом, значит, он спросил, а были ли вы знакомы с Тухачевским? Он говорит, да. А о покушении на товарища Сталина? Тут, говорит, я понял, что такое, когда теряешь дар речи, и вообще мороз по коже, и что такое, я, говорит, онемел. Это очень важно, вы должны вспомнить, это очень важно для вас. Вот сейчас я вам подписываю повестку, вы пойдете домой, сегодня у нас суббота, вот в понедельник в 12 часов вы придете сюда, но я вам советую, обязательно вспомните. Ну, он говорит, Дмитрий Ильич, я понял, что это конец. Потому что когда кругом каждый день исчезали близкие, знакомые, люди, и все, это ясно было, что я попал в этот же, в это колесо кровавое. И вот когда он пришел в понедельник, 12, уже взяв с собой, попрощавшись с женой и с семьей, в общем, знал, что он больше не вернется. И он, когда, значит, там сидел красноармеец, который выписывал пропуска, он назвался, тот красноармеец стал следить по всем спискам. Он спросил, а к кому вы идете? Говорит, вот к следователю Заковскому. Вы знаете, он вас сегодня не примет, идите домой. Вас известят, когда, значит, ну, повестка, когда вас, значит. Я вернулся домой и узнал, что этот Заковский был арестован в воскресенье, накануне. Вот это решило судьбу.